Сотни жителей Бухареста собрались в центре города в воскресенье, требуя очистить столицу от бездомных собак. Каждый месяц счет покусанных собаками идет здесь на тысячи. Но поводом для манифестации стала гибель 4-летнего мальчика, которого неделю назад растерзала стая беспризорных псов в одном из городских парков. Кампанию за массовую эвтаназию собак начали родственники погибшего ребенка. «Я надеюсь на перемены к лучшему. Не хочу больше видеть собак на улицах. В моем районе страшно выходить из дома после 9 или 10 вечера. Собаки сбиваются в стаи, лают на прохожих. На меня дважды нападали, поэтому я пришел сюда сегодня». По некоторым оценкам, число бездомных собак в Бухаресте превышает 60 тысяч, и их становится все больше. Президент Румынии Троян Бисеску призвал к окончательному решению этого вопроса. «Я прошу правительство чрезвычайным постановлением установить короткий срок, в течение которого любители животных смогут взять себе бездомных собак. По истечении этого срока собаки, не нашедшие хозяина, должны быть умерщвлены». Общество защиты животных выступают против столь жестоких мер и напоминают, что после вступления Румынии в ЕС убивать собак здесь запрещено законом. Но большинство горожан готовы поддержать любые меры, которые обезопасят их от нападений четвероногих.